Бля. Продолжаем проходить метрошку. И что у нас дальше есть? Здесь нельзя пройти. А куда дальше нам? Дальше нам только сюда. Ебать, ну то, что это дробовик, я удивлен. Я думал, это пулемет. Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так, мы прорвались, но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь. Кто? Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. За дело. А куда нам так торопиться? Так? Может, это самое? А, это отсечь? Отсечка. В аду перекуров не бывает. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Я хотел... Мне кажется, что мой след в истории будет больше похож на мокрое пятно. Ебать, а музыка-то криповая пошла. О! Тут кто-то совсем новый скелет обрали. Может, возьмем с собой? Что вы думаете? Ульман, хватит балагурить. Вернемся домой, будет со мной счет и сортир очистить. Да, товарищ генерал-лейтенант, так точно. Это просто музыка, хорошо. Да, мы зайти не можем. Блять, ну музыка прям давит, вот таким ощущением задание. Криповым. Артём, ну-ка, пощёлкай выключателями. А я могу сюда зайти? Могу. Ух ты, какая любопытная штука. Жаль, слава. Просто калаш. Патроны, нормально. Здесь у нас что? А, ну это типа нам нужно было сперва здесь включить, а потом там. Окей. Артём, с тобой всё в порядке? О, ключ. А где сундук? А где сундук, если здесь ключ? Мы завели. Я так понимаю, где-то сзади что-то открылось. Может, это дверь? Нет, не это дверь. Или в лифте. Скорее всего, лифт открылся. Хорошо, да, как я предполагал, лифт переоткрылся. Но здесь ничего нажать нельзя. Хорошо. Тогда бежим обратно. Ебать, криповая музычка, конечно. Отлично. Ты точно заслужил медаль. Ульман, проверь. Нет, я не пойду. Там А, темно, и Б, страшно. Веский аргумент, конечно. Вот дерьмо. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. И я в нее вляпался. Ну, это на счастье. Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Так, хорошо. Все идет как по массу. Ульман валяет дурака. Мельник привычно угрожает ему нарядом вне очереди. До цели остается совсем немного. И теперь нас уже ничто не остановит. Мы выходим победителями изо всех схваток. Прав был хан, когда сказал, что на всей земле... не было и не будет более опасного хищника, чем человек. Значит, открывать рано, хорошо. Где? Ебать, он какой-то новый, зеленый. А это, блядь. Нихуя. Что ж, лучшая оборона — это нападение. Владимир, Артём, не суйтесь в пекло. За мной. Товарищ полковник! Не могу сражаться в такой рабочей обстановке. Вот тут воняет так, что уже нюх отбило. Это от твоих шуток. Так, допустим. Сверху! Вижу.
Спину. Так, где? Меняем ленту. По стакану самогона за каждого курья. Если доберемся до самогона. Блин. Всех преисподнял. Еще один шум гороха. Так, минус. Вдох, хорошо. Ну он не заедает. Да блять. Ай-яй-яй, как больно-то, больно. О, я уже 200 упырей убил. Это хорошо или плохо? Где что взрывает? Вижу. Ладно, он залагал. Я понял. Стоячая мишель. Сразу мертвым попадает. Так, где? Ай, шапала, шапала. Великолепное оружие, отправляет быстрый патрон. Ебать, их там куча, конечно. Я чувствую, скоро зажигательными придется стрелять с такими темпами. Мы их уделали. Надо же. Сохранение прошло. Я так понимаю, сейчас будет пиздец. Ебать, взорвало. Взорвали что-то, кого-то. Боря! Борис! Что это? За что? Что ж ты? Степан. Оставь его. Поздно. Нам пора. Мы остались без Бориса. Блюдки косорылые. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу. Проклятые твари. Так, впереди насосная станция. Так, вторая заметка. Так, я вроде бы не виноват в их смерти, и все же чувствую свою вину слишком рано. Радовался тому, как бескровенно мы преодолевали весь этот отрезок пути. Накликал беду, не смог отказаться в нужном времени, в нужном месте, протянуть товарищу руку, вытащить его с того света. Вытянул этих отважных ребят в авантюру, которая стала для них последним. Наш отряд и без того маленький. Поредел еще больше. Когда я смотрю на свои ладони в свете костра, мне кажется, что они перепачканы кровью. Резервуар для сточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минуток. Покажи класс. Еще секундочку. Так, лифты. Готово. Открыто. Надеть противогазы. А я вообще его одевал хоть? Одевал. Ульман, проверь. Че, что сразу, Ульман?
робот, несправедливо! Ой, чё? Огнеметных снарядов побольше. Все чисто, заходим. Так, ладно, плюс магазин для дробовика. Я пойду гляну, что это. Аккуратнее, мужики, аккуратнее. Эволюция. Ну и что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули по-тихому. Слышали? Чёртовы упыри! Разнюхали нас снова! Осторожнее! Так, окей. На минутку стоило отвернуть, и тут уже напали. Не, по-моему, самые хорошие гранаты — это зажигательные, однозначно. Хорошо, еще, блядь. А, это вот эта хуйня мне глушит. Где? Быстрее, к выходу! Проклятие, огонь! Это у меня поджигающие? Блядь. Дорого премиум припасами стрелять. Так, ебашим. Ебать идите, конечно. Нам много, это какое-то мясо получается. Вперед, не останавливаться! А созреть нельзя? Нет, нельзя. Так, закинем тебя противогазом. И продолжим. Вот она. Эта дверь ведет в D6. Мы на месте? Похоже на... Сожри меня, упырь. Она закрыта. Что-то я не удивлен. Может, рвем дверь просто? А тут у нас что? Бронированная дверь. Ладно. Давай посмотрим, что там. Так точно. Посторонним вход запрещен. Это куда была дверь? Артём, осмотри комнату. Живо. Кстати, вроде Мельник же должен ноги лишиться в этой операции. Если я не ошибаюсь. Охуенно. Невъебенно. Артём, с тобой все в порядке? Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи! А чё отличного-то? Пауки. Вот против пауков и нужен огнемет. Вот, собственно говоря, те пауки, про которых говорили. Забираем. Это нам надо. Так, эта дверь должна развалиться от выстрела. А нахуя нам здесь? А, ключ. От кейса, который мы опять не найдем.
Судя по всему. Хорошо, идем дальше. А, нет, нашли. А я тут думал, не найдем. Так, обратно. Так, мы в паутине. Здесь мы уже были. Здесь ничего не можем включить. Так, слышу, стреляют где-то. А куда? Блять, не то. Где? Мне в какую сторону надо? Пауки, сука. Так, я так полагаю, не туда. Не, здесь просто огнемет. Но... но огнемет нам нужен. О, паучок. Здесь что? Здесь просто завал у нас. Хорошо, значит нам туда. Все, убери. Окей, поднимаемся. А куда поднимаемся? Поднимаемся опять в какую-то шахту. О, записка. Так, не то опять оружие взял. Перезарядимся сразу. Там заметочка. Я слышал байки о том, что метростроевцы не были первыми, кто рыл в бурой московской земле ходы. И убежища, тайные ходы и галереи были устроены под городом еще при первых русских царях. Но тем мастера, которые строили эти катакомбы, натыкались на пещеры и лазы, совсем уже древние, вырытые неизвестно кем и невесть когда. Но их безымянные строители сгнили тысячелетия назад, оставив после себя только идущие из ниоткуда в никуда бесконечные коридоры. И вот сотню поколений спустя, теперь я, последний человек, ступаю осторожно по их следам в никуда из ниоткуда. Да, вот такая вот притча. Если это можно, конечно, так назвать. Я так понимаю, нам типа туда и надо? Что будет, если мы поверху пробежимся? Нихуя полезного не будет, да? Ну да, нихуя полезного. Просто можем забрать этот вот лаз. Где тоже особо нифига полезного нету. Ладно, проходим дальше. Ебать, мы в туннеле. Хорошо, в этом туннеле полно пауков. Артём! О, они уже здесь. Слава богу. Прям знакомое место, прям какие-то флешбеки я словил. Степана убили. Стёпу. Что это было? Дьявол! Тише, тише. Там какой-то звук в туннеле. Слышите? Что-то на нас идет оттуда. Прям идет? Может, это Степан? Что за... поезд?
Так, так, так. Это еще что? Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Противогаз разбитый. Так, ну скриншот мы уже делали, судя по всему. Хорошенький для этого выпуска. Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. Здесь записки нигде не будет? Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Давайте. Так что у нас здесь окей? Остановка — командный центр. Супер. Very good. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали свои жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Возможно, смерть за смерть, как говорил хан. Они убили наших, мы убьем их. Блять, одеть надо быстро, а не снять. Почему-то мне это напоминает Half-Life. В начале, когда вы едете по этим рельсам. Над бездной. О, заметочка появилась. D6. Наверное, но в этих заброшенных подземельях техника сохранилась гораздо лучше, чем в обитаемом метро. Монорельсы, двери которого отворились впервые за десятки лет, плавно сдвинулись с места и понес нас к цели. Как будто только вчера его осматривал техник. Правду говорят, время разлетает металл и камень, разрушает и человека, и его творения. Но наши отцы строили на века. И если их дети не курочат их наследие, эти сооружения и механизмы могут простоять тысячелетия. Эй, поаккуратней там. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. Окей. А, он про это говорит? Ладно, я понял. Что-то все слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Артём со мной. Есть, товарищ Владимир. Так, еще. Еще вагоны. Здесь у нас тупичок. Хорошо, здесь у нас только противогазы. Исключительно заходим сюда. Осматриваем все. Туда нас и пускает невидимая стенка. Блять, вот у него что за оружие в руках? У него это выглядит как какой-то очень мощный пулемет. Так, мы можем сюда спуститься. Пройтись вот сюда. И здесь ничего не будет. Хорошо, бежим тогда обратно. А в обратной стороне на что? Тоже ничего особенного. Но зато здесь есть ящик, который мы можем открыть. И здесь тоже у нас фильтры для противогаза есть. Ай. Я хочу найти заметку.
Я хочу найти заметочку. Знаешь, как я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. Так, хорошо, плюс огнеметные патроны. Так, я понял намек. Нам нужно вернуться туда. Тут наверху должны быть воздушные силы. На этой стороне. Раньше встать. Думаю, система все еще работает. Значит, здесь где-то что-то должно быть. Этот намек и эта доска здесь не просто так. Ну или просто так. Я думал, это какой-то намек на что-то. Это просто так полазить. А чё, в смысле? А обратно как? И к чему нам этот паркур? Ладно, окей. Судя по всему, я что-то пропустил. Может быть, так и должно быть. Может быть, там ничего и не сделали такого особого. Опять монорельсы. Опять поезд полностью закрытый, хорошо. Быстро все осмотрели, поднимаемся наверх тогда. Эй, Мельник, что случилось? Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Окей. Артём! Там должны быть 4 стартера! Хорошо. Окей, это типа головоломки? Или как? Жми на кнопку по сигналу. Третья кнопка. Третья кнопка, хорошо, жмем. Оп. Четвертая. Четвертая. Так, следующую. Первая кнопка. Молодец. Теперь давай дальше. Оп, готово. Ебать, все еще работает. Кроме меня. Так, я думаю, нам теперь сюда надо. Давай, пуск! Ничего не выходит. Давай же, еще раз! Ай, безнадега. Проклятие! О, прямо как в старом добром кино. Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артём, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Ага, то есть сюда мы могли запрыгнуть. Так, стоп. Мы здесь были или не были? Мы здесь были. Так, а как нам туда попасть? Тут ничего не открылось, ладно.
Заходим сюда. Давай. Ну нет. Я хотел скриншотик. Продолжаем игру. Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Ульман, налево. Профессор, направо. Артём, прикрываешь меня? Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём? Например, зарядить эту штуку. Блять, пауки. Что происходит? Отлично, парень. Охуенная идея, конечно. План рабочий, как швейцарские часы, блять. О, патроны к огнемету. Еще патроны к огнемету. Так понимаю, это намек на то, что... Пошли. Будет очень много пауков. Еще патроны к огнемету. Супер. Замечательно вообще прям. Да, блядь, открой. Хорошо, идем. Идем дальше. Командный центр. Аптечка. О, книжки по метро. Блин, такая милая, милая реклама книг очень. Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А102. Вот заметочка. Отлично, вторая заметка по счету. Уточни, какую не пропустили. И все-таки трудно поверить в то, что это строили люди, а не гиганты-циклопы из древних легенд. Не только я, но даже Балагур и шутник Ульман притих, когда попытался представить себе размеры этого места. Что это за секретный объект, когда и кем он был построен, и зачем? Куда ушли его хозяина, и почему никто в метро никогда ничего о нем не слыхал? Ну вот это вот неправда, о нем слышали, про бункер D6. Мы же за ним и пошли, за этими заметками в архив. Под ногами ковер из гильз. Можно было бы подумать, что тут кипел жестокий и отчаянный бой. Но вокруг ни тел, ни костей. Что же здесь произошло? 24, третья страница. Панель DS-22. Ах да, вот же она. Железная память, Володь. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой ахинеи в армии. Заработало! Ай да оборудование. Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Нихуя себе, у него же 900 патронов. Ну, второй. Не боеспособен. Третий. Четвертый. Пятый. Восьмой. Десятый. Да быть этого не может. Вот, вот он. Один есть. Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артём, Ульман, за мной. Давайте. Погнали. Он же будет в безопасности, да? Ебать, что это? Проклятье. Проклятье. Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема.
Ну, удачи всем. Что это за яйца, блядь, были? Так, я вот это хочу фэн-предскрин сделать. Или предскрин фэн. Все, супер, я сделал скриншотик. Упырье вымя. Да оно теперь повсюду растеклось. Что за мерзость? Так, хорошо, я понял. Ебать тут пауков, конечно. Ох уж эти пауки. Ну блин, если честно, пауки не такие страшные, они просто напрягают. Что? Дьявол, лифт-то здесь. Да дверь заперта. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. Да что это, блядь? Что это за едши? Давай сюда! Что, блядь, такое? Так понимаю, плевать то, что я поджигаю их, да? Раздача. Подходи по одному. Ладно, значит их можно не поджигать. Даже плевать. Здесь пока ничего опасного нету. Так что... Да, давай, давай сюда. Я думаю, можно просто так сделать. Проклятие! Что это, блядь, было? Что в меня прилетело? Да еще и так больно-то. Нам сюда ты хочешь сказать? Так, окей. Окей, окей. Ага, вот он. Надеюсь, он еще работает. Что это, блин? Урман, хорош дурачиться. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил полян? Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, ебать. Артём, теперь держись. Блять, это мне напоминает... Это чужой хищник. Чужой против хищника. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Тут газ намек на то, что мы взорвемся все, если я выстрелю. Справишься с этим? Убить 5 амеб. Ай, бать, амебы. Нихуя себе.
Блять, вот этих имен я точно вообще не помню в оригинале. Там вроде были просто пауки, а не амебы. Да блядь. Я в жизни всякого дерьма навидался. Но это... слов нет. Плюй, давай твою амебу. Ты тоже плюй. Блядь. Выше еще сюрприз нас ждал. Я так полагаю, нам сюда. К лестнице, без дураков. Оно опаснее, чем кажется. Странно говорить, но мне жутко. Блять, это реально жутко выглядит. Но все равно атмосфера с пауками и амебами не то, что в библиотеке. Артём, давай ко мне. Здесь надо было делать других тварей каких-то покринжовее, потрошнее. Где ж у него кнопка? А. Один остался. Кто бы сомневался, товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Но что за бардак? Так. Ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Что за дьявольщина? Бах. Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Артём, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Ты дуй туда, и я отвлеку эту тварь. Ну, сейчас или никогда. Так, все хорошо. Ой, блядь. Не ту кнопку нажал. Бежим просто. Здесь у нас всего хватает. Что происходит? Вижу, наверх надо. Отвлекет он, блядь, меня наебашит. Кого он отвлекать собрался? Отвлекальчик Куев. И почему пауки и всякая нежить любят такую дрянь, блядь, где техника? Так, а мне сейчас что нужно сделать? Достигнута контактная зона. А как мне от этого уклоняться? Внимание! Извлечение стержня. Есть половина мощности. Так, хорошо, блядь, да? Достигнуто контакт, внимание. Извлечение стержня. Три четверти, но тискнули еще полчаса. Так, хорошо, я так понимаю, это задание на скорость просто. Ебать. Вот так? Достигнута контактная зона. Внимание, ага. Извлечение стержня. 100%! Сейчас, ребята, минуту! Так, а что теперь делать? Куда, блядь?
все хорошо, выходим из кабинки. Я думаю, сейчас какой-то хардкорный бой с боссом будет. Ну или что-то типа вроде того. По сути, не было.